Всем привет, друзья! В общем, мы аж вон оттуда пришли уже сюда. Шли, искали. Цветных сигналов не было, только металлические. И вот у меня где-то здесь... вот. Первый цветной сигнал. Значит, это у нас последняя ЧК. Надеюсь, что что-то будет из этого рода, а не мусор. Потому что металла я уже накопался. Так, что-то там, кстати, копаю сегодня с Виталиком. Он говорит, что у него уже есть фибула. Наверное, пришли на место, тай. Так. Что-то неудобно одной рукой. Так. Раз и... Угу. И первый сигнал у меня — это царская пуля. Понятно. Две фибулы. Це голочка, короче, з пружинкою. Що? Це голочка з пружинкою. Це не голочка. Це голочка з пружинкою, напевно. Ні, ось до пружинка, бач? Це ж пружинка ось. Ну так. Да. А це що, спинка? А це скажеш? Спинка, тільки просто деформірована. А тут ось до спинка ціленька, поняв? Угу. Голки тільки нема. Бронзова і залізна. Угу. А от і моя перша зацепочка з нарієм. Такий от уламок бронзи. Такая вот, видите, зеленой патине. А вот и моя первая спинка фибулы. Смотрите, как выпала. Такая вот вся в грязи еще. Радости моей нету. В общем, спустился с поля. Здесь вот такое вот сено. Услышал сигнал 65. Копаю, разгортаюсь. И смотрите. Оп. Какой красавец у нас тут выпал. Такой вот еще в земле. Такой вот тусклый еще. Жалко. Это у нас Антоний Пий. Или местные динарии, видите? Бронза вот вылазит, такие вот окислы. Он по... Это у нас получается лемес. Это у нас провинциальная монета. Бронзовая, покрыта низкопробным серебром. Из-за этого у нас такой белый сигнал. Низкопробного серебра. Ура! Наконец-то нашел. Заметно, да? Что я уже нашел? Вот что я нашел. Пряслица. Тяжеленькая такая. Керамическая пряслица времен черняховской культуры.